Добрый день. Я давно занимаюсь сетевым бизнесом. Давно. И всегда мечтал создать такой центр по подготовке дистрибьюторов, чтобы люди могли собраться вместе и не отрываясь от бизнеса. Обычно ведь, когда уезжают на обучение, люди, они утрачивают контроль над бизнесом. Сидят в зале, слушают спикеров, там, выполняют всякие разные упражнения. Они не занимаются бизнесом, они не работают. Они напитываются информацией. А я мечтал, чтобы без отрыва от производства, как говорят. И я долго об этом мечтал. И вот мечты сбываются. Сегодня мы проводим, сейчас мы уже второй или третий день проводим спецтренинг, специальный спецтренинг выездной, на котором все работают, как сумасшедшие, как ужальные. И результаты просто невероятные. Все прет вверх. Вы посмотрите, сейчас я вам кое-что покажу. Молча покажу, а вы увидите. Пойдемте. Как успехи, говорю. Двигаемся, Олег Георгиевич. Как ты поживаешь вообще? Мечта, просто сказка. Сидят твои дистрибьюторы и с утра до ночи пашут, вдохновляя друг друга, обмениваясь опытом, делясь разного рода фишками, секретами, пытая друг друга в кулуарах, как сделать лучше то или другое. Невероятно. Вот она, современная технология подготовки дистрибьюторов лучших сетевых компаний. Я желаю всем удачи. До свидания.